Итак, ну чё, всем привет еще раз. Постоянно все еще раз. Так, ну чё, наверное, сейчас подведем итоги нашей задумки, что мы хотели, чего мы получили. Для тех, кто смотрит этот видос первый раз, вот рассказываю суть. Короче, в прошлом году у нас на Синокосе произошло, короче, ну, просто-напросто прикошение вот этой косой замечательной. Вот, который есть тоже видео, когда я покупал, кстати, посмотрите, найдете в описании. Вот, произошла такая ситуация. Вот, в связи с тем, что площадка, на котором стоит двигатель, ну, технически просто-напросто не выдерживал. Смотрите, какие нагрузки на нее были. Денег достань. Вот. Долго. Я мучился и не знал, что придумать, и наконец придумал, да. На сегодняшний момент морда этого монстра смотрится вот так вот. Объяснять ничего не буду. Так, что? Да. Два, да? Вот. Да. Там вот с этой стороны. Вот так все получилось. Ремень, кстати. Ремень поставил, давай, поставил, поставил. Этот зубчатый. Он, видно он бы? Дубовый, или да, не видно? А вон видно. Вот это. Зубики. Да. Осторожно. Да, и видно, все видно. Красавец. Все встало, все замечательно. Хватится? Проверял навес косилки. И за прошлый год, короче, пришли к такому выводу, пришел, то что при кошении вот эта штука ничто не есть хорошо для, когда ты косишь. Видите, что происходит? О. Нужно сделать так, чтобы она больше так не сделала. Для этого что-нибудь подыщем, подыщу, посмотрю. И какие-нибудь, наверное, стяжники. Укрепители. Вот так. Да. Ну что, теперь будем пробовать. А как говорится, финиш.